За время чемпионата мира по футболу не было допущено ни одного серьезного происшествия. Об этом заявил Владимир Путин на встрече с представителями силовых структур, которые поддерживали порядок на этом празднике спорта. Как сообщил глава нашего государства, российским правоохранителям помогали почти 130 специалистов из трех десятков стран. Президент поблагодарил всех, кто был задействован в этой работе. Они смогли обеспечить безопасность, не доставив при этом проблем болельщикам. А их только на стадионах побывало свыше 3 миллионов человек. Наши гости не сталкивались ни с излишними барьерами, ни с излишними ограничениями. Все процедуры, связанные с безопасностью, были надежны, но не создавали ненужных излишних неудобств. Это действительно показатель вашей высококлассной, современной и в том числе совместной работы. При этом особо отмечу, что она, эта работа, не бросалась в глаза, была ненавязчивой, незаметной для большинства людей. А значит, вы четко делали свое дело, хорошо понимали друг друга, действовали профессионально, как одна команда.